вместе со Степаном открываем три колоды в надежде, что выпадет легендарка. Или что? А я и не открываю пока, просто разъясняю ситуацию. Вот. Все, можно открывать. Не давай. Поехали, первая. Редкая карта! Две редких карты. Если у вашего героя 12 меньше здоровья, вместо этого наносит 6 единиц урона. Клёво. Эпическая карта! Ты неправильно открываешь. Золотая обычная карта. Надо, короче, сначала наводишь на каждую и смотришь, какого она качества. В смысле? Вот так вот? Или что ты имеешь в виду? Надо, когда уже открыл, посмотреть на нее? Не, ты открыл бустер, и они у тебя еще рубашками висят. Ты на каждую наводишь потихонечку и смотришь. Они загораются разным цветом. А, ну вот есть, да, вижу синеньким, синеньким. Ну тут синенькие все. Так это какой-то чит, это сразу видно, какие они будут. Ну ты же не знаешь, что там. Ты такой, да ну нахуй, да ну нахуй, там какая-то классная штука. Золотая редкая карта. Золотая редкая карта, друид. Ну да. Норм. Что там моя коллекция? Клёво. Клёво, клёво, клёво. Короче, вот и всё. Вот и всё, да. Действительно, тебе на самом деле неплохо прокнуло. Обычно, как может быть, там 100% идет одна редкая карта, а все остальное может быть серым. У тебя минимум две редкие, причем еще одна эпическая. Эпическая сила. Ну, в общем, смотри, твоя сейчас задача не играть в Хардстоун, а проходить нормальный.